преддверии проведения работ по благоустройству двора на Молодежной 54 заместитель главы Химок Дмитрий Новиков провел встречу с жителями. На ней горожане выдвигали свои пожелания о том, как улучшить придомовую территорию. Уже в ближайшее время в рамках комплексного благоустройства этот двор преобразится до неузнаваемости. Здесь будет выполнена детская площадка, установлены новые, соответствующие всем требованиям, комфортные лавочки, скамейки, урны, практически около каждой скамейки. Модернизировано будет освещение, заменены старые неэнергоэффективные светильники на светодиодные. Такие встречи проводятся для того, чтобы понять, что именно нужно жителям тех или иных районов, где есть необходимость сделать акцент на ремонте дорог, а где уделить внимание ландшафту и обустройству придомовых территорий.